Все, мы поехали в Екатеринбург. Галя взяла себе помощницу. За кормом полетели. Поехали. Приемщица сидит. Приемщица, да? Приемщица корма. Да? Ты считаешь? Сиди давай, сиди, не трогай. Ариша, ты считаешь, сколько корма мама сложила уже? Мало, клади еще, складывай давай. Давай, давай, говорит. Вот так вот. Хвост-то отпадет сейчас. Поехали, да. Поехали. 2590. На 600 рублей дешевле мы взяли корм. Подняли сильно. Ага. Почти 3400. И это сколько? 13 килограмм же, да? 12. А там у нас 15-килограммовый. 2400, да? 2600, по-моему. Что-то такое. Ну, рублей на 800 разница. Плюс корм больше на 2 килограмма мешок. Вот, села. Я, говорит, на чем только не ездила. Рулю. Рулю, да. Вот так вот. Ездовая Ариша. Хорошо, спасибо. Так, друзья, ну вот мы купили корм на 4427 рублей. Единственное, швабру еще купили. На 4000 получается. Да, на 4000 мы купили корм. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Все, поехали грузиться. Ариша все проверила. Все говорит, хорошо.